Выступая на пленарном заседании образовательного форума, проходившего еще до начала нынешнего учебного года, губернатор Сергей Морозов отметил, что воспитание патриотов должно стать неотъемлемой частью работы любого учебного заведения. Эта работа, по словам главы региона, не должна быть чем-то выдающимся. Главная задача – сделать ее каждодневной и планомерной. Сегодня в Ульяновской области сформировано немало успешных проектов по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Среди них Юнармия, Зорница Поволжья, Российская движение школьников. Новый проект для студентов СУЗов призван объединить неравнодушных, вовлечь еще больше молодых людей в занятия военно-прикладными видами спорта, воспитать чувство взаимовыручки и любви к родине. Мы сегодня собрали большой форум, называется он «Слет Улпроф-Патриот» Ульяновской области среди профессиональных образовательных организаций. Это техникумы и колледжи. И мы говорим сегодня о военно-патриотическом воспитании, о допризывной подготовке молодежи, о том, как строится эта система, какие есть вспомогательные ресурсы. Сегодня военно-патриотические клубы созданы в 80% образовательных учреждений. Клубы заменяют уроки начальной военной подготовки, которые существовали в СССР. Среди них есть место не только военным, но и академическим знаниям. Поисковая работа – это не только палатка, металлоискатель и лопата, это долгие часы в архивах, изучение истории в деталях. Многообразные знания – самое важное для юных патриотов. У нас предусмотрены 10 мастер-классов по подготовке. Нам помогают профессионалы, которые находятся в нашем городе. Это и медицина катастроф, Центр патриотической помощи населению и федерация. Это федерация по тактическим играм, спортивной ориентации и так далее, которые нам помогают провести профессиональные мастер-классы. После этого мы проводим испытания. Испытания у нас в течение 3 месяцев, с сентября по декабрь. Выставки работ поисковых отрядов вызвали неподдельный интерес всех гостей форума. Тема интересна молодежи, причем участие в ней – дело абсолютно добровольное. Оружие, походы, раскопки, история, медицина, школа выживания интересны не только будущим призывникам, но и красивым, хрупким девушкам. В этом году, в мае, мы были организаторами военно-патриотической игры «Орленок». Эта игра проходила в детском лагере «Юность», это за Димитровградом. Участники были почти со всех колледжей. Вот, было очень здорово, потому что там природа, много возможностей, свежий воздух. Это было очень здорово, погода нам улыбалась, и было очень... Ну, мне понравилось. Как бы я была первый раз организатором, но я хочу снова и снова. Любовь к родине, любовь к своим прадедам за то, что они прошли Великую Отечественную войну. За это я им выражаю им большую благодарность. И для меня это герои. И вот для меня это есть патриотическое воспитание, чтобы молодежь не забывала своих прадедов и помнила историю своей родины. По мнению собравшихся, настоящий патриот – это не только тот, кто помнит и любит. Этот человек обязан жить во имя своей страны, своего народа, быть полезным. Поэтому военно-патриотические объединения не чураются никакой работы и всегда открыты новым знаниям. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.